Так, друзья, ну что, признавайтесь, смотрели шоу «Аватар» премьеру. Я кусочек посмотрел, чуть-чуть успел. И поехал в аэропорт, потому что вылетаю в Тюмень, переезжаю в Курган, потому что уже завтра концерт в Кургане, а потом два концерта в Тюмени. Вот, так что тур продолжается, я вылетаю, но успел глянуть на нашу пятерку членов жюри и аватаров прекрасных. Делитесь мнением, кто понравился, кто не понравился, пишите. Пишите также варианты, несмотря на то, что мы уже несколько программ сняли, и без ваших подсказок, но тем не менее, не всех пока мы, конечно же, разгадали, многих даже не понимаем, кто скрывается за аватарами, так что давайте ваше мнение. Так, друзья, мы вылетаем в Курган через Тюмень. Смотрели ли вы «Аватар», премьеру третьего сезона? Рассказывайте свое мнение, комментарии. Кто понравился, кого вы видите в этих «Аватарах», кто скрывается, как на ваш взгляд. В следующих выпусках будут новые номера. Классные, абсолютно классные. Аранжировки, потрясающие аватары себя будут проявлять. Так что смотрите обязательно. Ну и пишите, безусловно, свои версии. Нам интересно. До встречи, кстати, в Кургане завтра. И послезавтра, и послепослезавтра в Тюмени на шоу «Я не боюсь». Тур продолжается. И спокойной ночи вам.